он выиграл там в 98-м какую-то хуйню, и давайте, теперь мы будем ждать от того, то, что у нас побегут. Просто был один такой пример с Хидингом у нас в истории футбола, но второго такого раза уже не будет. Тем более голландский футбол нам намного больше подходит, чем итальянский. У нас 60% это настроение, от силы 20% это тактика, и еще 20% это правильный выбор игроков. Вот залог успеха. И последнее, что я хотел еще сказать, на этом